she didn't come. How about this? Наблюдала за ней в школе? Я ее видела. I saw her at school. So, ladies, let's think. Why didn't Женя come? Разберемся. Okay, ladies, tell me please. Your ideas. Why didn't Женя come? Because she's lazy. She's lazy. How do you think? What is she doing now? She's late. She's late. You think that she is late? Yeah. But if she won't come, what is she doing? She's just imagine. Просто представь. She's eating. Oh, remember she likes eating. We are glad to see you. А вот это что ты видишь, когда опаздываешь из-за того, что ты кушаешь. А я тоже так говорю. Руслана was right. Руслана was right. She knew that you will be late. Я же говорила, что мы будем играть. Да. И в матче тоже. Если вы очень любите, так, quickly, put off your coat, quickly. Да, хорошо. Да, хорошо, ага, да. Даша, we haven't seen you for ages. Все выучили же это выражение? Я не видел тебя 100 лет, как будет? Ага, надо делать домашнюю работу. I haven't seen you for ages. Так, where have you been? Где ты шлялась? Слушай, я не могу. 3 недели, да? Ого, если бы 3. Нет, 2 где-то. Какие 2? 2 месяца? 2 months. She was absent for 2 months. Да, я вот начну были те, когда были очень долго. Так, окей. So, what was your homework? Так, the homework was since and for. Who can... Окей. Сейчас будем делать на уроке то, что не успела. Кто может объяснить? Who can explain, ladies? Who can explain difference between since and for? Since это точка какого-то времени, момента. А for это промежуток. Так, это промежуток времени. Совершенно верно. Итак, проверяем тогда. Есть у тебя, да, этот источник? Share with Dasha, please. I worked at this English school for 6 years. Работаю. Worked, если у тебя там. Английская школа. Да, хорошо, дальше. Carlos has had internet at home since August last year. Carlos, так и будет. Хоть Петя его назови, it doesn't matter at all. В интернете. Ну, я не знаю, интернет у него, наверное, есть, да? Да, интернет дома. С августа прошлого года. Так, хорошо, Алина. Дальше, а? Да, смотри, Алин. Let's try. I haven't seen majors since don't forget. Yeah, since. Since the party. Ага. Я не видела на вечеринке. Since. С вечеринки. С вечеринки, так. И почему у нас тут present perfect? Если бы мы уже увидели ее, получается, уже был бы past simple. Но мы до сих пор ее еще не видим. Так, дальше. We've been waiting for the bus since half an hour. Что такое half an hour? Половина часа. Ну, полчаса. Да, полчаса. Полчаса. Ну, ты же не можешь с полчаса ждать, правильно? В течение полчаса это будет for half an hour. Так, и что, приехал уже автобус? No. No, правильно, потому что present perfect, автобуса еще нету. Так, дальше. I put on 4 kilos for Christmas. А разве не put, put? Put, мы же учили. Так. Он перенес 4 килограмма к Рождеству. Он поправился. 4 килограмма, не надо. Принес с тобой Натальи. Да. On his waist. That new cloth
Workshop have been Sunday. Last Saturday, okay. Have you been married for a long time? Mm-hmm. Translate. Probably женаты долгое время. Ну, вы долго женаты? Mm-hmm. Да, да. Они уже divorced or not? Are they divorced or not? Divorced — это разведены. Еще нет. Нет. Еще нет, но мы ждем. Да. Да, в ожидании. Я поняла, давай. I've been surfing the net since. Чего вы вот science называете? Это же не наука. Science. Ну там же закрытый слог. Ну как все равно, закрытый же слог. Half past seven the morning. This morning. Еще раз, one more time, since half past seven this morning. Окей, okay, yeah. Хорошо. Все? Да. Давай, Женя. The police have been at the stand for 3 hours. Полиция была на сцене. Police ты его назвал? Ну да. Police? Да. Ты раз слышишь, что полиция — это police? Ну да. Полиция была на сцене. Да, здравствуйте. Да. Ага. Нет, я, ну, подожди, я не вижу просто. Give me your sheet of paper. Number, what number? Number 10. Преступление. Да. Я бы это так сказала. На месте преступления. Ага. Движение 3 часа. Так, течение, да? 3 минут. А, нет. 3 часа. Так, дальше. She's been talking non-stop for 20 minutes. Mm-hmm. Ну, 20 minutes, ты же не можешь сказать since 20, с 20 минут, правильно? Она разговаривала без остановки 20 минут на протяжении. Так, 20, ну просто да, мы же говорим как, 20 минут, правильно? Значит, там таки будет, давай. Matt hasn't seen Claire since his school days. Mm-hmm. Да, со своих, получается, школьных, да, со школы. Да. Да, скажем так. Мэтт не видел Клэр со школьных лет. Да, он же увидел ее? Да. А, нет. Нет. Our boss hasn't come to the office for 3 days now. For 3 days now. Ага, 3 дня уже, да? Да. Прогуливает. Наш босс не был на работе около, ну, как бы, на протяжении 3 дней. Хорошо. Mm-hmm. I haven't been to a football match for a long time. Я не был на футбольном матче на протяжении долгого времени. Ну, длительное время, да? Да. Так, хорошо. Там все уже, да? That's all? Yes. Mm-hmm. One more? How many left? Ну, еще 5, еще дальше. Ага, I think it's very easy, да? Ну, да, yes. Okay, let's check your homework. Кто-нибудь? Have you any questions? Have you got any questions about your homework? Was it easy? Was it difficult? No. Так, значит, what page? Значит, у вас было drama book? Was it? Вот это грамма 66. Грамма 66. Давайте так. Ladies, let's do it there. Значит, смотрите, меня больше всего сейчас интересует, как вы определили, what's the difference between present perfect and past simple. Ага. Все? I don't believe you. You didn't do your homework. Ну, что нам нужно для того, чтобы present perfect сотворить? Create. At first we had и третья форма действия. Not had, have. Ой, на have. Have or has, and the third form of the verb. I have forgotten. И такое, знаешь, ужас такой на лице. Вау. Это она была... It's very easy, it's all about you. Not all about you. 1 year ago. Ага, значит, смотрите, чем отличаются такие слова-обозначители, которые обозначают нас past simple? Да. Ну вот те слова, которые отвечают на вопрос «когда», какие будут у past simple?
When? Нет. А, нет. Не само слово «когда», а именно слова, которые... Вот, у нас есть время. Past simple. Yesterday. Yesterday. Дальше. Last month, day, weekend, etc. Еще одно очень важное. Ago, так? Five years ago and so on. То есть вот эти предложения рассчитаны на то, что вы будете по этим словам определять время. Понятно? Mm-hmm. Ну, давайте так, быстренько пробежимся по... Значит, с первого начнем, Руслана. Поехали по три тоже предложения. Самое первое. Значит, давай сразу. Дашка, тебе читай предложение, объясняешь, какое mm-hmm. время ты выбрала и доказываешь мне, почему. Нет, не там. Давай первое вот это упражнение. The last part is she has worked the many times. Какие ты эти слова там выбрала? She has been the many times. Ага. Так, ты выбрала present perfect. You choose. Ага. Why? Потому что она сейчас because. Ну, потому что present perfect нам указывает на количество. Видимо, ну, от того же, ну, как не эффект, а результат того, что она там была много раз, она любит Париж. Нет, даже дело не в этом. Даже дело в том, что просто present perfect он указывает на вот количество, да? Там, допустим, я смотрела этот фильм там 20 раз, например. Это будет present perfect. Там, а я уже там прочитала 3 страницы там. Я герой. Это present perfect. Понятно? Да, давай дальше, Руслан. Bill has worked in that company for 3 years. Так, я просто не вижу. Can I have you? Bill працює на компанії протягом 3 років. Так, and he still works there. Так, і он до сих пор там работает. Хорошо. And number 3? They have везде had, а везде. Там везде. Nice, okay. Вот посмотри на предложение и вот скажи, это будет perfect or past simple? Что? Да, past simple. Что тебе помогло определить? Last summer. Last summer, совершенно верно. И значит будет как предложение? Ну, past simple. Вторая форма. Went. Went. They went. To London on holiday last summer. Отлично. Well done. Алина, исправляйся, пожалуйста. А четыре листочек. Свой пустой, давай читай. Это другое. А, точно. Sorry. Let's do it. I can read that book. Ну, как мы читаем read? Read. Read. I've read. Вы тренируйтесь, пожалуйста, уже делать как-то короткие формы, да? Ну, то есть уже взрослые все люди. I've read that book. It's good. Так, здесь почему ты взяла present perfect? Сама старуха. Ну, понимаешь, здесь это может быть, если это present perfect, то это будет как новость, ты сообщаешь, да? То есть я сделал это, совершил это. Да вот, но с другой стороны, здесь не указано, как давно ты ее читал, да? Поэтому мы можем здесь выбрать past simple, это будет I read that book, it's good, да? Ну, то есть ты как советуешь, я читала эту книгу. Она хорошая, так? Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, пятое. His parents. Parents. Anna, you have another mistake. His parents, how many people? Много. Many. Окей. Okay. Was. До меня дошло. Давай. His parents. His parents. Да, я живу, я понял. Угу. У меня тоже прикол. Ну, что здесь? Ну, здесь слово yesterday, you see? Yes. Ну, все. Этим все сказано. Yesterday.
Так, три формы глагола be, пожалуйста. Be was where I be. Что здесь будет? Where. Я же так же спрашивала. Ну это что есть? Шестое. Чего ты це? Слышишь, у тебя вот это объяснение про состояние, к чему здесь твое when he had been only four? Ну хорошо, пусть has been only four. Как это связано с настоящим, когда ему было только 4 года? И мне просто интересно. This is magic. I'm sure this is magic. Miracle. It's a miracle. Здесь будет однозначно he was only four, правильно? Я долго сидела над этим моментом, думаю, я так не знала, что поставить, поэтому я поставила. Да. Что посложнее, так? Угу. Что давайте? Додумали? Ню. Женя, что там у тебя с этим? У меня? Да. Да. They gone to Germany. Все? No, they gone to Germany when he was only four. Просто gone. They gone на дядю. Have. Ой, девочки. Так, а ну давайте попробуем второе. Попробуем второе. Поищите, пожалуйста, you have to find any mistakes, так? И давайте, знаете как, еще одна ошибка у тебя, я вижу. Давайте по одному, хорошо, потому что еще много другого, чего надо сделать, поэтому давайте по одному, хорошо? Да, дальше. I had sausages for lunch at 1:30. Может? Конечно, а почему нет? Нет, здесь, девочки, не то, потому что здесь, понимаете, связи с настоящим никакой нету, да, например, ну, как-то там, например, по лицу майонез не размазан, там, я ел, да, и все, ну, как бы, угу, хорошо, дальше, Даша, да, сейчас Даша. She's enjoyed herself at the party last night. Так, здесь что у нас? Слово-обозначитель, сразу находишь его? Ну, last night. Last night, это какое время? Past simple. Отлично, а здесь? А здесь she's тут first perfect. Так, значит, надо past simple. Да. Так, хорошо, давай, Руслана. I read the book, but I didn't like it much. Mm-hmm. I have read that book, mm-hmm. but I didn't like it much. То есть здесь какое? Мы это время оставляем или будем менять? Почему? Because I'm ready. Ну я читал, и она мне не понравилась. Ну здесь как-то, я же говорю, с настоящим оно не связано, да? Ну вы читали, здесь не указано точное время, сколько раз. То есть, если ты ее прочитал, то было все 5 раз. Тогда да, а ну читал. Tom has left school 1 year. Ну опять же, слово-определитель, когда? Ago, правильно? Yeah. Да. Ну, это какое время? Ago? Год назад? Ну? Ну, год назад, 5 лет назад. Это обозначитель времени какого?
Смотри, вот это и гол мы же сегодня повторяли. Это past simple, это прошедшее время. Так я же сказала past. Да, я ничего. Первый раз. Да. I didn't hear it. Окей, okay, thank you, молодец. Так, хорошо, другое, значит, мы сейчас тренируем немножечко другое. Значит, нам нужно вот это ever-never. Ever-never. Да? Now I want you just to imagine, так? Recall. To recall some names of the countries. Okay? Okay, ladies? Japan. Japan, okay. Japan. Next. Kiev. Huh? Kiev. Kiev – это не страна. It's not a country. Ukraine. Ukraine, okay. England. Uh-huh. China. Uh-huh, okay. What else? Как будет Болгария правильно произноситься? Болгария? Bulgaria. Bulgaria, I think so. Bulgaria. Italia. Italy. That's all. Because we will do it the whole lesson. So, now, everyone, just dream about one of these countries. Choose and dream about it. Okay. You will ask each other, have you ever been to? Mm-hmm. And you should answer. And if they name your country right, you answer, yes, I have. Okay? Mm-hmm. For example, I think about Italy. And Alina asked me, have you ever been to England? Remember, been to, мы вернулись. Mm-hmm. Have you ever been to England? And I say, no, I haven't. But if she says, have you ever been to Italy, I will answer, yes, I have. Understand? То есть мы загадываем как бы слово, и она спрашивает, если отсюда. Да, то есть вы загадываете страну, любую отсюда, да, и мы начинаем, да, спрашивать. Вот. Тогда надо не Япония, это слишком очевидно. Тренируйте ever и never. Окей? So. Кто хочет? Are you ready? Who is ready? Я готова. Okay, so, Руслана, ask her. And who, ну, давай, да, спрашивай. Ask her. Have you ever been to? Have you ever been to England? No. I have never been to England. England, okay. Alina? Have you ever been to Japan? No. I have never been. Never been to что там заказывал? Japan. Japan. Ага, окей. Okay. Аня? Have you ever been to Egypt? No, I haven't. I have not. Или ты, Наталья, ты говоришь, или no, I haven't, или I have never been to. Хорошо. I have never been to... Китай, что ли? Egypt. No. I have never been to Italy. Ага. Так. Так, можно поставить галочки, где она не хочет быть? Okay, have you ever been to Ukraine? No, I haven't. Have you ever been in? No, это будет неправильно. Spain. Spain. Is it Spain? Okay, very nice. So, who's next? Я. You. Okay. So, как это? Женя. Vice versa. В обратную сторону, обратно. Have you ever been to England? I've never been to England. Have you ever been to Japan? I've never been to Japan. I have never been.
Japan. Uh-huh, Alina. Have you ever been to Italy? No, I've never been to Italy. Uh-huh. Have you ever been to Egypt? I have never been to Egypt. China! Yes! Okay, very nice. Anne, you're next. Quickly, ladies. Have you ever been to Japan? No. No. Давай полностью. I have never been to Japan. Mm-hmm. Have you ever been to China? I have never been to China. Uh-huh. Dasha? Have you ever been to Ukraine? I have never. You're lucky. No? Have you ever been to Egypt? Нет, еще не было. I have never. Что ж ты будешь делать? А что ж осталось? Я знаю. Много чего осталось. Italy. No. England. No. Spain. Yes. Okay, very nice. Alina, what is your favorite country? Let us guess. Uh-huh. Аня. Alina. Is there it? Alina. Have you ever been to England? I have never. Да ладно. А как же лето? Давай. Have you ever been to Italy? I have never been to Italy. Have you ever been to Ukraine? Yes, I have. Oh, at last. Okay, и Руслана left. Алина, ask her. Have you ever? Уже язык, да? Немножко. Have you ever been to Egypt? I have never been to Egypt. Have you ever been to Japan? I have never been to Japan. But странно, понимаешь? Нет, как так? Ну, давай. Have you ever been to Spain? I have never been to Spain. Have you ever been to Ukraine? I have never been to Ukraine. It's Italy. Italy? Yeah. Yes, it's Italy. Okay, now another task. Так, другую сторону пока не смотрите. Окей. Так, значит, смотрите. Значит, вы должны с этими глаголами. Давайте три. Каждая по три предложения составит. Давайте так. Одно или два из них будет неправда. Угу. Надо написать. Да, вы пишете сейчас, составляете о себе предложение. А, конечно же, они будут в present perfect. Понятно? Конечно, present perfect. Have, has, третья форма. Ну, вы о себе будете говорить, поэтому I have. Так, ваша, вы можете сказать I have never, там, или I have already, там, допустим, три раза уже там съездила там куда-то там, не знаю, смотрите, глаголы какие там написаны. Вот, ваша задача написать. Какие-то правдивые, какие-то неправдивые. А остальные должны будут угадать, что правда про вас, а что неправда. Понятно? А обязательно с каждым одним словом? Я сказала три. Зачем? С любыми. Одно обязательно должно быть правда? Одно, да. Хотя бы одно. С
стригла волосы, так с нами, да? Джипен будет, да? Что? Эджипен? Да. А у тебя есть две джипен, три джипен? Одна вроде как. Ну, смотри, ты говоришь, если ты скажешь Эджипен, то значит этих джипен существует целый класс где-то, понимаешь? А это одна из них какая-то. Это как вот коты. Просто кошка. Ладно, если ты только на кошке пришла. Джипен – это имя собственное. Перед ним никогда не будет стоять никаких артиклей. Ты же не говоришь «эн» или «энэн». То же самое. Болгария в конце «и» или «эй»? Не, ну «и» точно не будет. Болгария «ай», «эй». Ты сама как называется. Венгрия там по-другому. Надо три или больше? Три. Вам же их еще читать? Ой. Ну ладно. Я думала, четвертый. Нет, паре сейчас. Три? Да, три. Блин, я уже читала. Ну отлично. У нас есть еще следующий урок. Мы на следующем послушаем уже это. Так, who is ready? Дай почитать, Минди. Даша. Хорошо. Start from you. Хорошо. I have never seen the bear. I have never seen the bear. This is false. А, медведя. I have never seen the bear. Так, голосуем, да, vote. Значит, you think false. It's false. You think it's false. What about you? I think it is false. False? False. False. Is it false? Yes. Yes, it's yes. Okay, very nice. Okay, next. I have already done my homework. The truth? True. False. False. Is it true? Yes. Yes, it is. Okay, and one more. I have never found the case. The case. Case. Да. Если я теряю ключи. Keys. Case. Чемоданчик. Нет. Keys. Да. Я ни на когда не находила. Ага. Okay. Is it true? False. This is false. True. It's true. Если я теряю ключи, я их уже не найду. Так ты, ага, никогда не находишь. Да, если я не в этом смысле подумала, думаю, вообще на улице не находила. Хорошо, Женя. Нет, свои ключи. I have already visited America. Ага, South or North? Эва там у тебя, да? I have already. Three times. And three times. Okay, is it true? It's false. 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 Is it false? It is false. But the, in the nearest future. Yes. Okay, next. I have already eaten pomelo. Pomelo. Okay. It's true. Что это помело? Это фрукт. It's mixture of... мандарин вот этих, мандарин. Нет, это зеленый только фрукт большой. Ну, помело, это же помесь, микстер. Да, это микс. Комбайн, так, это оранжес, am I? And грейпфрут. Да, грейпфрут. Так, false?
False. It's true. True? True. False. False. It's true. It's true. Okay. And one more? I have already seen England. Seen England. It's false. I have already seen England. No, this is true. Нет, смотря как ты ее видела. Ну, на Украине сколько было их. Удивительно не видеть. Но better to say visited. Окей? Okay? Ну, в общем, правда или нет? True or false? False. Yes, it is false. Окей, Quickly, ladies. I have ever been in Japan. False. I have never been to Japan. I have ever been... Been to Japan. Ну, во-первых, не been, but I've been to. It's false. Как правило, ever переводится когда-либо. Получается, что ты говоришь, я когда-либо была в Японии? Когда-то. Да. Ну, когда-то. Я вообще была в Японии. Вообще. Можно сказать проще. I have been to Japan. Am I right? Okay. True or false, ladies? False. False. Is it true? Yes. Uh-huh. Okay. I have been to Ukraine. I have never been to Ukraine. It is false. False. It is false. Действительно. You mean that you never left it? You have never left it. Ну ты же говоришь been to. Это значит, ты съездила и вернулась, поняла? А ты же у нас been in, как бы. Так, хорошо, дальше. I have ever been to Bulgaria. Давай просто, I have been to Bulgaria. I have been to Bulgaria. Ага, is it true or false? False. It's true. True or false? False. True. Ladies? Ну, девочки, false. True. 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 Я была в Болгарии. Окей, Алина? Все знают, что они были в Болгарии. Уже да. Кроме меня. Все, ты теперь тоже знаешь. I have already played the piano. This is true. I have already played the piano. Сегодня уже поиграл? Three times. Three hours, you can say. For 3 hours. No, it's three hours. This is true. True? False. True. Я даже не люблю подругу. I don't know. It's true. It's true, okay, very nice. I have never visited. А сказать true. Visited? True. Я сказала, it's true. I have what? I have never been to Russia. Have never. Это было. Been to Russia. False? False. True. False. Is it true or false? True. True, okay. I have never ridden to forest. I have never ride to forest. Ride это что? Поездка или нет? Ходить? Ты хочешь туда поехать? Ride, типа поезд. Ехать. На чем? На ногах. Давай ты никогда не ходила, будет проще, потому что ride это как минимум третью форму надо освоить, This да? is false. Ага, давай, I я никогда не была в лесу, I've never been to forest. Давай to jungle, it's interesting, I think, it's more interesting, no? I have never been to jungle, is it true? True? True. True, okay, very nice. And I have ride a horse. I have already ride road ridden. Ridden a horse. A horse. This is true. True. Okay. Very nice. Yeah. I have very visited Italy. I have visited Italy. Italy. I have. She has. False. 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 Falls. А что ты тут создаешь? I have made a cake. Made. I have made a cake. It's true. True. Is it true? It is true. It is. Okay, молодцы. Ну что, поступаем к нашей маке? Yes. Переворачиваем источник. Если что, у нас сегодня это первый раз. Мы пробуем играть в мафию. Шикарно. Вам нравятся эти слова? Так, значит,
Девочки, пользу, значит, смотрите, не все так быстро. Итак, у нас будет только... У нас будет только один мафия и один труп, я надеюсь, на сегодняшний урок. Вот, значит, смотрите, все остальные должны найти мафию, правильно? А, значит, вы должны будете, на кого вы там валите, допустим, да, хотите сказать, что вот он виноват, вы должны это объяснить. А, значит, что вы должны в первую очередь использовать? В первую очередь, какое время? Если это действие произошло вчера, например, да, там, пусть это будет вечер. Значит, короткое действие – это past simple. Что делал в этот момент этот человек? Это будет past continuous. Все поняли, что такое past continuous? Was, where и in the wagon. Значит, вы можете употреблять такие слова, как suspect, так, я подозреваю, I suspect, там, того-то, того-то, because, там, понятно? Вот, значит, first, what should we choose, так? Значит, первое, что мы должны выбрать, первое, first, city, place, place and city, where? Japan, okay, Japan. So, we are in Japanese house, you know, on the lonely island, desert island, somewhere on the desert island. So, our house has it two stories, two floors. How many floors does it has it got? Two. Three. Okay. So, has it got basement or attic? Basement, подвал, attic, чердак, attic. Okay. How many rooms? How many bedrooms is on the second floor? Five bedrooms. Yeah. Don't confuse them. Okay. Five bedrooms in house. At all, yes. totally. Okay, five bedrooms. Is there maybe a fireplace? Yes. No. No. Yes or no? No. Vote. Let's vote. No. No. Okay. No. Just think about. Just imagine this house. Okay. Mm-hmm. And now we are beginning. So, start на всех. Четко. And see, what is my name? 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Так. Ah, oh. Так. Сиди. Sleeping. Fall asleep. Okay? Fall asleep. Sleeping. Well, everybody is sleeping. So now Mafia wakes up. And chooses someone. Who do you want? Who you want to kill? Ah, okay. Sleep, Mafia sleeps. City wakes up now. So we have a big tragedy. Big tragedy. Today the murder was committed. Someone of us was killed. This is it. And now, let's find that criminal. А я могу голосовать? Ну я ж труп. Она, нет, но она может это... Почему? Ты же можешь выбирать, по крайней мере, думать, кто же тебя убил. Угу. Понятно? Думаю. Okay, думаю, now, who do you think? Let's think about it. You have... For your emotions, you have a lot of words. No. Тут есть подозреваю. I suspect. I suspect. This is Женёк. So you suspect Женя. Why? Why do you think that Женя is a killer? Because she has red eyes. Because she has got red eyes. Okay. I think that red eyes see only you. Okay. Who else? So because of her eyes, you think that that she is because of her eyes. Yes. Only because of her eyes. Okay.
So, what is your opinion, Ruslana? It's Alina. It's Alina. Okay, why do you sing? It's funny. She's funny. So you think that all murderers have to be funny? All murderers have to be funny. Должны быть веселыми, все убийцы, да? Хорошо. So you can. Даш. I think it's Alina because her hands are shaking. Shaking. Her hands are shaking. Very nice. О май гад, должна сказать Алина. Алина, you can say that it's not you, you can say it. Why? I think it was Женя. Ага. Because she is good. I insist that it is Женя, да? Insist, настаиваю, что это Женя, да? She's too active. Too active. Как можно сказать? Prove it, да? Докажи. Безумоцию. А, without emotion, emotionless. She is emotionless. Ага. Она тоже эмоциональна. Она не good. She is like player in poker. Poker player. She is like a poker player. No? It's a кирпичом. No, in English, please. So you think that Женя? Yes. Okay. What else? Даш. Доказывайте. То есть у вас есть две кандидатуры. You have two candidates. Mm-hmm. One more. Prove it. This is Женя because. Why did we talk about house? What did she do yesterday? Ну все, да, прощайте. Лучше мы можем сказать, что I saw her, да, во-первых, я видела ее там, возле там, in the basement. And she was picking up flowers for example. At kitchen. She was chewing sandwich. She likes chewing. She made это. She was making. Нет, это делать. She at. She was eating. Remember about lawn. Ты ее видела, что она делала в этот момент? She was eating. Как бы человеческое мясо. О, господи. We are normal people. Human meat. Okay, human meat. Окей. У тебя есть. Вот тут, читай. Женя. Really? Эмоции выражаю. У тебя есть, да? Not a bit. Ничего подобного. Давай. It's too violent. Окей. It's true. I can't do this. I think it's Alina because she is greedy. Greedy? Greedy and she didn't share an apple with you, or why? You think so? Greedy person. She can't be. And to insult person. Ага, это ты уже ругаешься. Да. Ты только считай правильно. She's not good person. I understand. Okay. Алина? Алина, sorry. Алина? I think it was Женя. Because when I sleep... First, human meat. Because when I sleep... When I was sleeping, I thought that the kitchen. That in the kitchen. In the kitchen. Упала. Что? Чашка. Fell down. Shot. She had a shot, and she is sure that it was you.
Руслана. Is it Ali? It is. Ты все время спрашиваешь. It is Alina. Because too active. She is too active. And emotion. Because she is emotional. Okay, wonderful. So, let's vote. This is Evgenia. Let's vote. So, who votes for Zhenya? So, and who votes for Alina? Ну, Алина? Руслана, голосуешь за кого? Vote. Ты за Алину? Yes. А ты за кого? За Алину же ты голосовала. Я? Да. Не, я не за кого. А чего? Нейтралка, потому что ты мафия. Нет, я что-то думала, что не надо. Because she is мафия. Да. Окей, леди. Все, ну немножко начали, да? Я что ты мафия. А кто же ты же? Да, она была мафия. Ты самый настоящий Егорий, ты в чем? Так, девочки, словами пользуемся, понятно, с собой носим. Итак, домашняя работа. Я уверена, что больше половину или хотя бы половину вы не доделали. Так, значит, что вы делаете, значит? Доделываете, хорошо? Да. Доделываете, разбираемся. Значит, не должно быть у вас ни одного слова, которое вы не знаете перевод. Понятно? Я могу спросить любое абсолютно. Перевод предложения, поэтому, пожалуйста, постарайтесь. Я хочу увидеть выписанные слова, которые вы не знаете. Желательно с транскрипцией. Вот. И доделанной домашней работой. А если не доделаете, то в следующий раз будете все переписывать в тетрадь. Печально. Окей, thank you, ladies. See you next time on Thursday.